Ну, ты знаешь, мне, например, больше вот понравилось, конечно, с миндальной мукой. По калорийности особенно это не отличается. Конечно, это такой десерт, кто на диете, это, конечно, очень-очень вкусно. Но так как мы уже на таком достаточно свободном питании, для нас это такой перекус тоже, когда мы там, ну, начинаем что-то себя ограничивать. И очень хорошо для тех, кому противопоказана пшеничная мука и кто совершенно не употребляет сахар. Вот Имейте в виду, что они отсыревают, если влажность. у нас вот сейчас влажность 50% в доме, поэтому они так отсыревают. Храните в хорошо закрытой коробке. Ну, сейчас я вам покажу рецепт. Всем привет! Сегодня мы будем готовить печенье. Два ингредиента, не считая соли. Значит, это бананы и кукус и кокосовая стружка. Соотношение 3 части банана, 1 часть кокоса. Банан нужно почистить и измельчить или, в общем, блендером, так, чтобы не было никаких комочков, такую однородную массу. У меня здесь 274 грамма, соответственно, одна часть из этого примерно 90 грамм кокосовой стружки. Это мы, значит, надо измельчить. Есть еще такие измельчители, у меня, кстати, он тоже есть, просто мне блендер быстрее достать. И все, и в такую однородную массу измельчаем. Вот такая достаточно жидкая консистенция получилась. И сюда мы сейчас добавим 90 грамм кокосовой стружки. 90 грамм кокосовой стружки. 1/3 чайной ложечки соли. И все это хорошо тщательно перемешайте. Вот сейчас я подумала, вот в прошлый раз я делала, у меня масса получилась более густая. Все-таки по граммам сейчас мы будем смотреть. Если будет жидкая, я добавлю еще, потому что масса должна быть такая, чтобы сформировать печенье. Видите, у меня получилась достаточно густая масса. Все зависит от банана. Вот у меня такой, видно, эти бананчики были такие более водянистые. Поэтому вот это такое условное 1/3. Смотрите уже по своему банану. Все, так тщательно перемешиваю. Пахнет очень хорошо. Так, теперь вот я делаю так, формирую. Я смачиваю 2 ложки. В одну набираю. Так вот, не полная, чтобы была. И формирую. Вот так. Чтобы получилась такая, ну, в общем, такое, чтобы получилась вот такая печенька. Если нужно, еще смочите. Вот так. И у меня силиконовый коврик. Я вот так выкладываю и слегка приминаю, чтобы примерно, ну, как бы толщина была 5 миллиметров. Вот так. Слишком тонкие не делайте, чтобы они не получились у вас сухарями. И вот так вот все печенье мы сейчас на силиконовый коврик будем выкладывать. Если нет силиконового коврика, возьмите бумагу для выпечки, можете ее чуть-чуть смазать там маслом, если вы в ней сомневаетесь, или в своем коврике. В общем, вот такое получается форма вот такого печенья. Так, ну вот столько у меня печенья поместилось, еще у меня, будем так называть, тесто осталось. И вот у меня здесь еще 3 печеньки, они немножко отличаются по вкусу. Это банан с другим наполнителем. Это мой эксперимент, если понравится, я вам потом в следующем видео покажу. Так, ставим в разогретую заранее духовку до 170 градусов на 13-15 минут. Ориентируйтесь на свою духовку. Оно должно быть такое слегка подрумяненное. Вот вторую партию я решила скатать шарики вот так. И вспомнила, что у меня есть такая формочка металлическая. Вот так вот я устанавливаю и придавливаю тесто. Вот такая формочка, видите, получилась. Вот сейчас испеку и покажу. Так, печенье мы достали. У меня ушло 20 минут. Все испеклось. Оно такое мягенькое. Вот так оно выглядит. И сейчас я попробую вот это печенье с другим наполнителем. Очень вкусно. В общем, это мы снимем в следующий раз. Вот
такое печенье получилось. Это печенье вы можете приготовить для своих близких, для тех, кто на закрепе в пир, так как здесь банан. В общем, такое достаточно вкусное. Вот такие красавцы получились. Попробуйте, сделайте. Очень симпатично. Вполне себе печенье. Всем пока, худейте с удовольствием.